Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами один из популярнейших костюмов для аниматоров, который пользуется большим спросом. Это костюм тролля Розочки. В нашем интернет-магазине имеется тролль Розочки и тролль Цветан. Сегодня мы рассмотрим с вами тролль Розочка. В костюме визитка интернет-магазина. И давайте рассмотрим, из чего же состоит сам комплект костюма. В комплект входит вот такое вот ярко-голубое платье. Оно внутри на подкладке, оно плотное, довольно объемное. Здесь все прошито, все качественно. Здесь идут стразы зеленого цвета. Здесь у нас пришита большая пуговица. На сарафане, сзади сарафан на завязках. Рукавов нет, здесь прорези для рук. Вот так выглядит сарафан. В комплект идет имитация обуви ярко-розового цвета. Такие вот ботиночки, они универсальные. Одного размера, подходят на любой размер, они довольно большие. В комплект входит головной убор, такой ярко-малинового цвета, на нем цветочки, также они идут со стразами. Внутри вот так выглядит головной убор. Здесь ушки есть розовые. Головной убор тканевый, из ткани, потому что бывают головные уборы из волос, но у нас эта моделька идет из ткани. Вот так вот выглядит головной убор. Далее в комплект входят штаны, они как лосины идут, ярко-розового цвета, такие же, как и ботиночки, в цвет ботиночкам, такой нежно-розовый цвет. Штаны тянутся, материал очень приятный. И в комплект входит у нас водолазка, кофточка, также в цвет штанов и ботиночек ярко-розового цвета. Водолазка тянется. Вот посмотрите, тянется все хорошо с длинными рукавами. Ее одеваете под низ сарафанчика и сверху сарафанчик. Вот такой вот замечательный, качественный, прочный костюм. Костюм можно одевать несколько раз. Он долговечный, его также можно стирать, с ним ничего не произойдет. Если вы хотите заказать данный костюм, вы можете позвонить нам по телефону или оставить свою заявку на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.